Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня у нас тяжелые и частые абсцессы, не только на коже, это гнойное воспаление, но и в мышцах, а также и в костях. Какую связь имеет желудок? Огромную связь. Помните, что по вторичной связи, согласно восточной философии, почки контролируют очень сильно желудок, а желудок имеет огромное влияние на почки. Вот такая вот прилив и отлив ци между собой производят как почки, так и желудок. Вот и все. Это вторичная связь, мы сказали. Теперь первичная связь. Это что? Амбар энергии. Вот энергии столько много в человеке, что желудок помогает что? Избавиться наш с вами организм на физическом уровне через эту всю тяжелую энергетику. Потому тяжелый абсцесс, скажите спасибо, у вас сильный желудок, и он что, очищает ваш организм от всего этого негатива, который не нужен. Даже если это происходит в детстве, либо в каком, в любом возрасте, все равно это хорошо, когда возникают гнойники. Да-да. И когда выходит с человека, то человек должен что, сказать спасибо прежде всего желудку своему и обратить внимание на свой желудок. Почему? Потому что сильный желудок – это не значит хорошо. Это еще значит, что человек не может расслабить эту силу. Потому она вот так вот и выходит. Как ни странно это звучит, понимаете, кто это как хочет. Но жизненный опыт говорит о многих вещах, которых нельзя в лекциях даже как-то вот преподнести. Потому помните, когда тяжелые абсцессы у человека, гнойные воспаления, как на коже, как в костях, так и в мышечной системе, помните, что нужно обращать внимание на свой желудок. Он у вас очень сильный. Вот, то есть он помогает этим абсцессам выйти. Но когда у человека уже что? Абсцессы не выходят, а человек начинает потихонечку уже сам гнить изнутри. Вот здесь желудок что? Иссяк. Нужно его пополнять, его энергетику. Понятно, да? Как ни странно, это звучит. Вот как это звучит? Вот, объясните, как это звучит. А когда человек и медицина уже не может справиться с абсцессами, вот, они уже неуправляемы. Вот тогда нужно подключать диагностику 12 меридианов и восстанавливать желудок. Почему? Потому что, во-первых, желудок – это вся система 12 меридианов. И весь желудочно-кишечный тракт контролирует что? Все внутренние каналы ответвления всех 12 меридианов. Вот нужно знать, в каком состоянии. Они воспалены, это воспаление убирать и помогать желудку справиться с этим внутренним гниением. Либо наоборот. Настолько истощился, что меридиан желудка, его энергетика, что абсцессы покрыли всего человека. Нужно что? Подпитать всего человека, подпитать весь желудочно-кишечный тракт, восстановить желудок, чтобы что? Желудок справился с этими абсцессами. Поэтому при всех воспалительных процессах точка В21 ВШУ расслабляется при всех слабостях. Данная точка тонизируется и восстанавливается вся система 12 меридианов. Помните, проявление болезни — это не только наличие, говорит, что сильный иммунитет, и вы скажете ему спасибо. Это еще что? Это истощение не только на физическом уровне, но и на тонком энергетическом. Спасибо за внимание.